Зимний сад в Караганде. Ресторан «Садре» предстал перед карагандинцами и гостями города в свежем обличии. Накануне состоялось открытие обновленной летней площадки в стиле зимнего сада. Дизайнерская находка оказалась в новинку для горожан. Необыкновенная сказочная атмосфера не оставила равнодушной и нашу съемочную группу. Здесь все словно в сказке. От прежнего «Садре» не осталось и следа. Теперь этот ресторан – настоящий зимний сад. Такого в Караганде еще не было. Чтобы преобразить летнюю площадку до неузнаваемости, потребовалось 5 месяцев. Над дизайном работали лучшие флористы и архитекторы Караганды. Что задумано, все исполнено, рассказывает директор ресторана «Садре» Асет Раимбеков. Сам дизайн, сама мысль и то, что здесь все живое. В Караганде, наверное, нету понятия зимнего сада, а это будет зимний сад. Именно сделан в английском стиле и здесь все живое. Зимний сад похож на уютный английский дворик. Ощутить комфорт и спокойствие как в жаркий летний день, так и в лютые карагандинские морозы, послушать бархатистое журчание фонтанов – это удовольствие сможет получить любой житель или гость шахтерской столицы. Посетителей на открытии зимнего сада ресторана «Садре» собралось немало. Здесь и старые друзья, и новые гости, которых, к слову, увиденное равнодушными не оставило. Я хочу пожелать успехов, побольше гостей, приятных, хороших. И также, чтобы они добивались то, что они оформили все красиво, сделали приятно в первую очередь для гостей, чтобы они себя чувствовали комфортно. Дмитрий Донской – шоумен со стажем. В пору своей профессии побывал во многих ресторанах города. Но такой креативный дизайн еще не встречал. Новый дизайн, интересное решение, фонтанная группа, наливные полы, 3D-полы. По-прежнему осталось высшее обслуживание. Обалденная кухня, знаком с ними не один год. Словом, «Садре» действительно преобразился. Прежним осталась лишь безупречная кухня и вежливый персонал ресторана. Увидеть все своими глазами может каждый. Ресторан «Садре» с нетерпением ждет своих посетителей.